Так, вот многие наверняка сталкиваются с проблемой. Сняли видео на iPhone, а на компьютер, чтобы переместить, iTunes нужен или вообще не перемещается. Короче, у меня Windows 7, это дело получается достаточно легко. Подсоединяете кабель айфоновский к компьютеру, потом сам iPhone к этому кабелю. Здесь появляется вот зарядка, потом появляется запрос на разрешение. Соглашаетесь, кликаете «Разрешить». В компьютере появляется вот такое окошко, его можно открыть, можно закрыть, но я его закрыл, и добираетесь до моего компьютера. Здесь вот появляется Apple iPhone. Кликаете, еще раз кликаете, еще раз, пока у вас не появятся все фотографии и все видео, которые вы отсняли на свой телефон. И потом можно просто его скопировать. Здесь. Копировать и вставить на рабочий стол, например. Я пробовал то же самое сделать на Windows XP 2003, вообще ничего не получилось. Даже пытался скачать программу этот iTunes, тоже ничего не получилось. И вот на семерке все получается. Вот они вот здесь вот устраиваются. Их можно потом отправить, ну, что угодно делать уже. Все, копирование завершено, вот они все здесь появились. Вот так просто делается это.